Говорят, если сделать стрижку, состригаешь все проблемы. Думаю, мне тогда надо стричься налысо. Соседу сверху слышны удары о пол. Не выдержал, спустился вниз. Сосед снизу. Заходи, я батут купил. Жене легче, всплакнула, покапризничала. И все у нее есть. Мужу сложнее, покапризничал и даже пожрать нечего. Пьяный просит прохожего показать дорогу домой. Давай отведу. А откуда ты знаешь, где я живу? Да молча иди, я твоя жена. Доченька, выходи за него замуж. Мам, ты видела его цвет волос? Это ерунда, с тобой он через месяц или поседеет, или лысым станет. После праздников на работе чувствую себя как в садике. Хочу плакать и домой. А ты могла бы всю жизнь прожить с одним человеком? Конечно, но просто мужика жалко. В аптеке покупатель просит таблетки. Чтоб не бесило! И что вы думаете? Я тоже такие попросила. Если у девушки искры в глазах, значит, тараканы в голове что-то празднуют. В этом году у меня отпуск был 2 месяца. Как это? Один мой, а на 2-й месяц начальник был в отпуске. Пойдем в ресторан. Не могу, у меня диета. Какая? Финансовая. Лучшие показатели здоровья – прекрасный аппетит, крепкий сон и полный пофигизм к работе. Как ты успокаиваешь свою жену, когда она орет? Бросай ей деньги. И что? Сидит, считает и шепчет. Так всегда. Утром надеть нечего. А стирать начнешь. Откуда столько в доме шмоток? Начальник, мне бы отпуск на 3 дня. Жениться буду. Так ты же из отпуска. Не хотелось портить его. Материться плохо. Но мою жизнь только блинами и хреном не опишешь. У меня компьютер постоянно выключается. А где стоит системный блок? Внизу. А, ну тогда меняй носки чаще. Это он сознание теряет.